дорогой Махарадж. Я обещаю соблюдать 4 регулирующие принципа. Не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. Также я обещаю ежедневно на четках повторять 16 кругов маха-мантры минимум. Очень рады принять вас, посвященные ученики. Мы сделаем все в наших силах, чтобы люди просто Стефан Шрила Прабхупады и всей нашей ученической преемственности. Мы даем вам имя одного из учеников Шрилы Наратамы Дастакура. С этого дня вас будут звать Ганга Харидас. Ганга Харидас. Слуг Джанкой той, кто является воплощением божественной рады.